Сегодня мы много говорим о здоровом питании. Мы выбираем, побаловать себя запрещенкой или съесть что-то полезное. Но вне зависимости от того, как мы следим за здоровьем, с годами на стенках кишечника накапливаются токсичные отложения. Организм не может избавиться от них самостоятельно. Кишечник играет ключевую роль в усвоении питательных веществ и воды. Поэтому токсичные отложения – причина серьезных проблем со здоровьем. Помочь организму избавиться от источника проблем может программа очищающего питания «Коловада». Это двухнедельная диета со специально рассчитанным рационом, комплексом добавок, витаминов и порошком «Коловада Микс», который абсорбирует и вымывает вредные накопления из кишечника. Ровно через 14 дней вас ждет смена пищевых привычек, снижение веса, улучшение качества кожи, потери тяги к сахару и алкоголю, прилив энергии и, как следствие, совершенно новый взгляд на жизнь. Коловада – совокупность натуральных продуктов, которая осуществляет эффективное и безопасное очищение организма. В первый этап программы входит 14 пакетов номер один. По 10 таблеток и капсул в каждом. Принимаем по одному пакету 2 раза в день, утром и вечером с приемом пищи. Продолжительность приема 7 дней. На этом этапе происходит подготовка к очищению. Организм обеспечивается питательными веществами, нормализуется работа кишечника. Во второй этап входит 8 пакетов номер 2. По 8 таблеток и капсул, а также 16 пакетов порошка Коловада Микс. Принимаем по одному пакету таблеток 2 раза в день, утром и вечером. А порошок Коловада Микс принимаем 4 раза в день. Перед применением содержимое пакетов взбалтываем в шейкере с холодной водой или соком. Сразу выпиваем и запиваем еще одним стаканом жидкости. На этом этапе не употребляйте ни твердую, ни жидкую пищу, за исключением соков, легких травяных чаев или воды. Порошок в организме будет набухать, и вы не будете ощущать чувство голода. Обратите внимание, порошок Коловада Микс нужно принимать не раньше, чем через 1,5 часа после приема таблеток. Порошок Коловада Микс – это основной компонент программы. Он является не только источником пищевых волокон, но и выводит токсичные вещества из кишечника. Третий этап программы входит 6 пакетов номер 3, по 8 таблеток и капсул. Принимаем по одному пакету 2 раза в день, утром и вечером с приемом пищи. На этом этапе происходит восстановление нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Чтобы дать возможность пищеварительной системе постепенно возобновить нормальную работу, с 12 по 14 день предпочтительно употреблять только сырые или слегка подвергшиеся термической обработке овощи. Содержащие белок продукты, такие как яйца, мясо, сыр, возвращать в рацион постепенно и только маленькими порциями, начиная с 13 дня. Начиная с 12 дня принимаем Coral Probiotic по 2 капсулы за 20 минут до каждого приема пищи. Пробиотики обеспечивают эффективное оздоровление кишечника за счет восстановления его полезной микрофлоры.